Приветствую всех на канале Пернатый Дозор. С праздником Рождества. Самое главное — здоровье. И все у нас будет хорошо. Руслан, покажу тебе, как убираю перепелов. Сам собой, конечно, показывать не буду. Но как ощипываю, сейчас покажу. Ощипываю руками. Вот в таком вот ящике они у нас сидят. Ждут своей очереди. Здесь у нас... Сейчас мы их уберем. Следующих на забой. Значит, тазик, куда будет класть непосредственно тушки. Ведро для пера и кипяток. Кипяток я не... градусник не вставляю, так как уже на глаз, пока приготовлюсь, все будет нормально. Ну все, пойдем убирать, дальше покажем. Все готово. Начинаем. Общипывание. Просто тут ничего такого нет, тут перепела это, как и любая птица. Мне, допустим, я до такой степени уже привык убирать в ручном режиме. То есть никаких пиросъемок. У меня их и не было. И пока, конечно, хочется. Ну ладно. Пока и руками уберем. Убирается довольно-таки быстро. То есть тут ничего такого нет. Это не утка. Все быстренько. Хоп-хоп-хоп. И все готово. Потом помоем. Чуть-чуть опалим. И все. И все у нас... На ужин на рождественский будут свеженькие перепелочки. Замаринуем на пару часиков. И отпразднуем праздник. Перепелами. Перепелиным мясом. Вот так вот скажем. Все, вот оно практически уже готово. Какие-то там минуты считанные. Да, по перепелам что хотел сказать. Сейчас начал разделять, думал, что хватит. Убирать будем. Курочек от петушков. Думал, зарублю всех петушков, оставлю там для сбора яиц на инкубацию. Ну, так вот у нас что, как обычно. Основная масса у нас курочек. В одной клеточке сидела 17 курочек. И 6 петушков. А в другой клетке сидело 13 курочек. И 2 петушка. Ну вот разделил. Кстати, вопрос хотел задать. Кто по сколько петушков сажает на стадо? Вот я сейчас в клетку посадил, получается, 19 курочек и 4 петушка. Для сбора яиц на инкубацию сейчас немножко посидят. И надо будет закладывать, чтобы выводить молодежь. Теплу. Хотя, в принципе, здесь у меня тепло, можно и сейчас уже закладывать. Ну, подождем чуть-чуть. Если все получится, яйцо приобрести хотим перепелиное. И уже вместе с нашими заложим. Так что вот так вот. Ну все, вот такая вот, смотрите. Вот она перепелочка. Все, что у нас от нее осталось. Все чистенько. Ничего здесь такого нету. Поэтому общипываем руками. Все, пойдем готовить следующую к забою. Ставим вас на паузу. По ошпариванию, видите, открыл, сразу пошел пар. То есть вода закрытая стоит вот так вот. Раз, два, три. Я сюда делаю 5 раз. 4. И 5, я думаю, вот этого уже будет достаточно. Все. Перепел готов к обработке. С ними нет такой возни, как с утками, с бройлерами. Все, быстренько. Да, все, он готов. Отлично щипается. Вот так вот мы и занимаемся уборкой у перепелов. Да, кстати, собрал яйца сегодня. Конечно... Это не курица. По счету яйценоскости фу-фу-фу-фу-фу. Ничего не падает пока. Все
все идет нормально. Кормим тоже оренбургским, хотел сказать. Все так, хочу сделать рекламу оренбургскому. Но нет, рекламу делать ему не буду. Перепелов тоже кормим самарским комбикормом для перепелов несушек. Приобретали в городе Самары, так же, как и куриный. Нравится. Такая сложная ситуация получилась, немножко погода, да и времени не было. Перед Новым годом только съездил. И у нас закончился корм самарский, который брал первый раз. Даже немножко не рассчитал, наверное, по курям. Думал, перепела будут кушать поменьше, но нет. Так же они и кушают, как и наши курехи. И пришлось купить оренбургский, кстати, для перепелов. И что хотелось бы сказать. На оренбургском яйцо меньше, чем на самарском. Намного, буквально, прям вооруженным глазом, тут никаким смотреть не надо. Само яйцо меньше. Покормил самарским прям каких-то, наверное, 2-3 дня. И яйцо сразу набрало свою форму, вес. Поэтому от комбикорма многое зависит. Многие там кормят своими кормами. Я ничего не хочу сказать против, но я попробовал своими кормами. Покормил курей, кормил бройлеров. Нет. Для этого и придуман комбикорм, наверное. Не одним разом его придумывали, добавляются все витамины, все добавки, все, что надо для птицы. Поэтому и лучше заплатить деньги, купить сразу готово, не тратить свое время, свои нервы и не мучить птицу. Как-то так. Что еще хотел бы сказать? Да, заметил, в этот период, когда закончился самарский корм, я взял... Для цыплят, в предыдущих роликах видели, наверное, у меня выбились мараны. И я взял для них глазовский комбикорм, маленький пакетик там 10-килограммовый. Ну и вроде, думаю, ладно, дай ради интереса попробую своих старушек покормлю. Перепелов, те, которые постарше, глазовским кормом вместе с маранчиками. Ну и что? Результат виден. Яйцо тоже крупнее, чем на оренбургском. То есть у меня верхний ярус здесь сидели, вот этих, кого сейчас убираем, сидели на оренбургском. А центральный ярус с моими старушками, первоначальниками, с кем я начал заниматься перепелами, сидели именно на глазовском. Я им давал прям по чуть-чуть, и яйцо сразу стало крупнее, чем те, которые... кушали оренбургский корм. Поэтому я считаю, что на кормах экономить не стоит. Хотите крупного хорошего мяса, хорошую птичку, лучше сразу, как бы, не думая ни о чем, заплатить денежку, и все будет нормально. А мы пойдем дальше. Ну что ж, следующий на очереди. Надо успеть убрать, чтобы еще чуть-чуть замариновалось. В принципе, мясо свежее. Много маринада и не надо. Кушают у нас в семье все. Дети тоже нравятся перепелочки. Поэтому одно время после предыдущего вывода много у меня погибло. Но это была моя вина. Потонули, блин. Делал им поилки. Накладывал и камушек, и всего. Но все равно не справились они с моими условиями выживания. Много утонуло. Теперь сейчас уже стал поумней по поводу перепелов. Да, держу их я. Это была вторая закладка перепелов у нас. То есть... Не так-то и давно начал держать перепелов. Держу не ради какого-то там породы или чего-то. Нет, сидят там, тоже писали в комментариях, сидят они у меня в одном вольере, там и фениксы, и техасцы, и все, что можно. Феи, поэтому не разбираю я их по породе, сидят и сидят.
Держу ради мяса, так как дома все кушают разнообразие полезного мяса. И яйцо. Яйцо, кстати, куриное ушло у нас на второй план. Именно по вареному завтракать или там просто покушать. А на первом месте у нас сейчас перепелиные яйца. Перепелиные яйца уходят больше в еду именно на завтрак. А куриные там супруга выпекает выпечку, тесто, салаты. Туда уже уходят куриные. Да, и многие уже в нашем регионе не так это развито по перепелам. Многие подсели, или, наверное, я подсадил уже их на перепелиные яйца. Поэтому периодически просят продать кому там 100 штук, кому 50. И немножко продаем. А так в основном кушаем сами, угощаем родственников, друзей. Вроде бы чем-то охота угостить. Оп, а у нас есть яички. Взял и угостил. Вот так. Такие вот у нас дела. Ну что ж, всех, наверное, показывать, как я выбирать буду, не буду. А дальше включимся на потрошение уже. Время поджимает, поэтому потрошим мы просто по-русски. Разрезали по грудке, вытащили и в маринад. Всем спасибо. Пока-пока.